Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Приморского края задержана с поличным группа лиц, обвиняемых в причастности к сбыту наркотиков опийного ряда. Трое уроженцев одной из республик Средней Азии около дома на проспекте Столетия Владивостоку в тайнике разместили партию героина, расфасованную в 50 пакетов. Наркотическое средство общей массой 20 граммов предназначалось для распространения в виде закладок на территории находки. По месту жительства задержанных также изъято 30 граммов героина и предметы для осуществления противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Олег Завьялов, новости на Восьмом.